А вот я и нашла осень. Вот она у нас где. Аллея из тюльпанового дерева. Вот это все тюльпановые деревья. Они, правда, еще ни разу не цвели, потому что молоденькие. А находится это все на улице Багратиона, простите. Багратиона. И вот они, получается, раньше всех других деревьев пожелтели. Хотя погода сейчас просто сказочная. 20 октября, а температура воздуха плюс 22 градуса в тени. На солнце к 30 это точно. При этом температура воды 20 градусов. Но я, конечно, не берусь говорить здесь, вот на пляже Багратион, по той причине, что рядом река. Река же всегда холодную воду несет. Все Зуапсе рядом, поэтому может быть здесь 19 градусов. Но в целом вообще теплая, еще и вода теплая, и воздух у нас теплый. В общем, пока сказочное все. Основная масса деревьев, вот даже не знаю, вот эти как называются, но тем не менее это листопадные. Они еще все зеленые. А магнолии я не беру во внимание. Понятно, что они зеленые. В общем, наслаждаемся сами и рады за тех, кто сейчас отдыхает у нас в межсезонье в Лазаревском. Хорошего яркого дня вам, друзья. Прекрасного настроения.